Вот он танцующий, поющий, всеми любимый Дед Мороз. Сегодня бородатый волшебник празднует свой день рождения. В этом году именинник в новом образе, в маске, но с прежней миссией – исполнить желание нижнекамцев и загадать свое. Я очень рад, что приехал в город Нижнекамск. Мне очень нравится и очень благодарен за столь теплый прием, который оказали мне здесь, на Нижнекамской благодатной молодой земле. Сколько лет волшебнику, точно не знает никто. Впрочем, это не важно. Сегодня Деда Мороза поздравляют вживую, в интернете и по почте. Воспитанники 15-го детского сада пишут письма. Там самые искренние пожелания и рисунки. Свои праздничные послания ребята отправят в Великий Устюг. Они уверены, именинник обязательно прочитает и улыбнется. Всем ребятам подарки даю, чтобы он аккуратно ехал на санках, не упал. Чтобы он жил нормально, не болел, и чтобы на Новый год всегда не болел. Праздник Дедушке Морозу понравился, пора возвращаться домой. Впереди у него еще много работы. Нужно прочитать все письма, подготовить подарки и отправиться в путешествие. Под Новый год каждый верит в чудо, а сказочный герой обязательно сделает так, чтобы оно произошло. Альбина Валиева, Евгений Лызаев, новости НТР.